Стандартный проект состоит вот примерно так он выглядит, потому что он на любой практической площадке он будет выглядеть вот таким вот образом, за редким исключением. Он состоит из видеообращения, то есть видеоформата, в котором вы рассказываете о том, что есть ваша идея, почему она должна быть, почему вам нужно верить. Из описания проекта все то же самое, что было в видеообращении, только без лимита хронометража, с картинками, инфографикой, демонстрацией вашей команды, в общем, все то, что очень важно донести до аудитории, чтобы вам поверили, что вы серьезно настроены. Важный пункт, третий, финансовая цель и период сбора. Это моя любимая история про лимиты и ограничения. Знаете, почему я обожаю лимиты и ограничения? Потому что благодаря ним я написала курсовую и диплом. Потому что я благодаря лимитам и ограничениям хоть как-то готовилась к экзаменам в свое время. И сейчас сотрудничаю с клиентами, потому что, я говорю, когда дедлайн? И четко к этому дедлайну готовлюсь. Вот я больше чем уверена, что у большинства здесь присутствующих примерно такая история. Когда вы четко понимаете, к какому числу вам нужно что-то сделать, вы, скажем так, чуть более мотивированы за день до этого. Так вот, эта история позволяет мотивировать, во-первых, публику, потому что они с большей вероятностью понимают, что этот парень все просчитал, ему нужно именно столько денег, им нужны они в именно этот период времени. Это больше, это увеличивает доверие. Почему это хорошо для авторов? Потому что аудитория периодически совершает действие, этот финальный рывок, последний момент, когда времени осталось совсем ничего, и нужно уже расставаться со своими законными деньгами. Четвертый пункт. Акции, вознаграждения. Все те вещи, которые вы предлагаете людям в благодарность за их финансовый вклад. Вот здесь приведены в пример всего три на самом деле вещи. Первое – это за 300 рублей спасибо. Ну, это такая элегантная форма, а мы вам ничего не дадим, но вы так рады. Дальше. Обои на рабочий стол за 500 рублей и за 700 рублей магнит, если не ошибаюсь, тоже с обоями на рабочий стол, с благодарностью, со всеми этими вещами. И дальше вы понимаете, да, что вот эта лента, она идет ниже и доходит до каких-то уже очень-очень крупных бюджетных вещей. Но без чего все эти четыре элемента не работают? Без Милы Йовович, да, без пятого элемента. Это продвижение. Продвижение проекта – это залог его успеха. Очень часто люди, потратив титанические усилия на оформление, на то, чтобы подготовить свою идею, оформить ее красиво, забывают о продвижении. И их проект просто летит в тартарары.